25 июля отмечали свой профессиональный праздник представители одной из древнейших профессий, непосредственно связанной с торговой деятельностью. Торговля всегда играла большую роль в экономической жизни страны и, в частности, нашего города. Поэтому работники торговли очень важны, так как они решают такую значимую социальную задачу, как удовлетворение потребностей населения. В киноконцертном зале «Смена» чествовали всех, кто связан с торговой отраслью. В последние годы сфера торговли переживает период бурного развития. Различные магазины, торговые центры, супермаркеты буквально заполонили наши города. Сегодня к работникам торговли относятся не только продавцы, но и кассиры, товароведы, консультанты, менеджеры. Представители этих профессий пользуются очень большим спросом на рынке труда. И этот спрос растет ежедневно. В Рассказово работает 451 объект торговли, поэтому представителей профессий этой отрасли большое количество. Самых лучших из них отметили на празднике грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. Благодарственное письмо вручается Пушину Николаю Вячеславовичу, системному администратору ООО «Вперед». Елена Панкратова работает продавцом более 20 лет и уже как профессионал знает, что здесь необходимы навыки не только вежливого и добросовестного обслуживания, но и навыки психолога, ведь все покупатели разные. Ну, если человек уходит довольный, то и на душе вообще радость. То, что он придет и завтра уже, и послезавтра, то, что наша продукция пользуется спросом. Поздравляю всех коллег с праздником, с Днем торговли. Во-первых, я хочу поздравить своего директора, можно так сказать, Елену Васильевну Бросалину. Спасибо, что она у нас есть, то, что дает она нам работу. Поздравления в этот день звучали не только от коллег и первых лиц города. Ансамбль казачьей песни «Держава» из города Воронежа поздравили представителей торговой сферы своей концертной программой. Помимо поздравлений и выступлений артистов, на открытой площадке около киноконцертного зала «Смена» развернулось большое гулянье. Даже в свой профессиональный праздник продавцы на своем рабочем месте. Торговые точки, батуты, машины, карусели – каждый смог найти занятие по душе. Екатерина Студенова, Алексей Горелкин, новости ТВ Рассказово.